Всем зрителям, подписчикам канала Райскую усадьбу привет. Сегодня будем строить теплицу под названием Уральская VIP. Шириной 3, длиной 8 метров с перегородкой. Пока разгрузились. Сейчас начнем собирать каркас на бетонном основании. Каркас мы поставили, закрепили его бетоном, выставили, зафиксировали. Сейчас прикрутим отливы и начнем крыть. Теплицу мы покрыли, весь поликарбонат подрезали снизу по месту, наклеили профиль торцевой и прокрутили все термошайбами. Начинаются сумерки, скорее всего не успеваем, на второй день перенесем, останутся у нас форточные блоки, двери, система подвязки, ну и наверное все. Так что пока что все, остальное завершение в следующий день. С другой стороны у нас тоже дверь с форточкой нового типа. Трехметровый. Также имеется форточный блок. С одной стороны ручка, с другой термопривод. Резиновый торцевый уплотнитель обязательно. А у нас закончился монтаж. Напоминаю, строили мы теплицу. Называется она Уральская VIP. Шириной 3, длиной 8 метров. Пойдем смотреть. По торцам у нас дверь с форточкой нового типа. Сам каркас сделан из трубы 20 на 40, несущая арка, подпирающая 20 на 20. Покрашено все полимерно-порошковым способом, цвет светло-серый. Обшит каркас поликарбонатом, толщина 4 мм, плотность 0,7. Имеется у нас диагональный усилитель для большей жесткости. Система подвязки, есть 4 нитки, расположена согласно грядкам. Есть форточный блок, с одной стороны ручка, с другой термопривод. Есть перегородка, которая делит теплицу на 3 и 5-метровые секции. В той секции тоже форточный блок есть. Все это стоит на бетонном основании, закреплено с помощью анкеров. Имеется торцевой резиновый уплотнитель для большей герметичности. Рекламка обязательно. Торцевой профиль с перфолентой. И отлив по кругу теплицы. У меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!